На кресту играем. Кто танкует? Тогариус. Протополонин. Один танк? Нет, три. Сейчас поищем кого. У кого там собака скулит на заднем фоне? Я думал, это ребенок. Хорошо. Покормите. Он просто добрый. Креветка, а чё, дамаг выйдет погулять? А, ну ладно, ладно, тогда не буду тебя заебывать, ладно. По стражнице, по моему таргету играем. Диджи или Тагариус таунтик еще того моба, который в пире за рейном стоит. Что, у нас 5 хилов? Зачем? Тандерли на Элем есть? Элем? Нет Элем, не Энх. Доктор, у тебя что, Элем есть? Или ты спек не делал еще? Понял. А, Тандерли на сколько вы нахиляешь? 3-4.
Ну, стэпис. Кулаки дает не КПСС, кулаки дает фан. Если меня плохо слышали. Да, давай попробуем песню. Так, диджей фаску дать? Да-да-да, я вот прыгаю перед рейдом, дай, пожалуйста. Сделал. Тенеброн, потом шадрон, потом шадрон, потом Весперон. У тебя забагался, да? А, вот. О, да. Все нормально, спасибо. Да, шадрона прислужник, вешающий дебаф на получение урона, на сразу же войти. А у Весперона прислужник, который сдает АОЕ урон по рейду. Вообще, в любом случае. Не стопали, а просто уходили в портал. Чтобы все отвлеклись. Да. Называется это сумеречная пытка. Так. Да там 10 секунд, там просто как появится портал, блять, и тогда прыгаем. Диджей, танчишь в кресте. Держишь босса там. Я буду стоять в квадрате, Тагариус, ты стоишь на трэше. Соответственно, ханты, рога, напуливаете мини-боссов на Вара Валтору. Как только появляется трэш, все ловушки там должны находиться, вас трое, три ловушки я должен там видеть, и все три на пола должны пойти в Тагариуса. Тагариус будет стоять вот здесь, прямо возле портала. Не в Альтуре, а в Альтору. РЧ на готовность. СС и МАТ. Да, СС и поехали. Блэк, да, давай на Варлайк. Скайтек на Грима. Йод на... Я давай. На Лидфоре дал СС. Да, Йод, давай на Войда. Я на Лидфоре уже дал. Хорошо. И Зетсу на АОС. Сартариона держит секси диджи. Я держу мини-босса. Тагариус держит трэш. Еще раз сарче. Где фласки, господа? КПСС, Сенвиза, Дисприст, Пан, нет мозга. Я всегда жив при фласке. Ты же меня знаешь. Ну, хорошо. Я тебя-то знаю, да. Все, даю таймер, по таймеру поехали. Занадор обязательно с такой, потом, когда босса будем бить, с Артариона, с такой с этот раскол. Я сейчас вначале чуть постакаю. Сейчас никто не бьет с Артариона, никто не бьет с Артариона. Отошли нахуй от него. Спасибо. Готовимся, сейчас стена будет. И сразу через 3 секунды после этого будет прилетать Неброн, первый босс. Лава пошла с левой стороны, сдвинулись. Смотрим внимательно, где она, и сдвигаемся. На пол. На кого вы напуливали? Вопрос. И в грим нет. Какого хрена ты умираешь у меня, блядь, в расщелине? Расщелины, милики, смотрим внимательно. Перебил чуть босса, лава идет опять с левой стороны. Милик, если будете сбоку от босса стоять, вы не улетите. Играем активнее. Шадрон 3 секунды прибытия.
доиграли Веспирона. Все, Веспирона убили, отлично. Сдвинул Шадрон, Вава опять с левой стороны пошла. А, Олимп, сдай БР по фану. Весь трэш должен быть на Атагариусе, блядь. Милики аккуратно расщели на прямой миле зоне. Заебись, пан. Встал, пан умер. Войд, сдай БР по фану. Фулбаф по пану. Лава пошла с правой стороны на этот раз. Смотрим внимательно, не улетаем. Никто не умирает. Бьем Шадрона все еще. Все еще Шадрона бьем. Ждем портала. Готовимся. Появился портал. Ушли в портал. Ушли в портал. Порталы с хилов идут. Доктор, Баллада и Грим. По Шадрону доигрываем. Готовьтесь, скоро еще будет портал от Веспа на этот раз. Надо будет сразу зайти, стопнуть ДПС. Все, отлично. Трэш доиграли. Ждем портал. Лава на этот раз с правой стороны идет, сдвинулись. Все, ученик появился, стопнули ДПС, зашли быстро туда. Топнули ДПС, зашли туда, я прожался. А, Диз, как выйдешь, сразу сдаешь гимноману. Доктор, сдашь тотем. Быстрее залили ученика. Стены пока что нету, давайте, доливайте. Все, все появились, сразу пошел гимноману Диз. И доктор сдал этот колбу. Лава пошла с левой стороны, за вашей спиной, аккуратно. Доигрываем по Веспирону, после этого сдаем Геру и играем по Сартариону. Играем по Веспу, без Геры на данный момент. Аус, сдай БР Олимпу. Аус, сдаешь Иннер в Гримнира. Войд, сдаешь Иннер в Варлайт. Олимп, встаешь, сдаешь Иннер в Доктора. Не на себя, а в Доктора. Лава с нашей стороны справа идет аккуратно. Не улетаем. Появился ученик, стопнули ДПС. Стопнули ДПС, зашли быстро. Прожался. Зашли. Зашли быстро, быстро, быстро. Давайте, убивайте там ученика. Все, Весп тут умер. Давайте, давайте, выходим. Баллада, выходишь, сдаешь гимноману. Мы занимаемся трэшем, все играем по боссу. Все вышли, сдали Геру. Лава идет с правой стороны, аккуратно смотрим. Милики к боссу, а от босса точнее чуть-чуть отошли, РДД отжались. Со следующего КД предупреждаю сразу, кто будет на стенах летать, будет по 5 ГП лутать. Иннер дайте. Иннеры все в КД, подходи к боссу, с руки его дамажки, дай правосудие мудрости. Хиль Грим. Стив есть? На МТ. Драконы кончились. Да, все, частицу держите на секси диджей. Лава слева идет. Милики ближе к боссу, РДД отошли. Все, отлично. Играем. Оказывается, даже с говна ДПСом можно закрывать это говно. Все уже знаю, что делать. Да, креветка. Цветающие жизни закрыли. Креветка, запомни, я ж обещал. Обещал. Ну, на прошлом КД я сказал, что на этом КД сделаем плюс 3. Нет. Сейчас пою. Гесс, у тебя не от КД шелся еще? Ты что, увидел? Забери быстро. Я забираю. Выходи из лавы. Все, отлично.
Да что-то я протыкал, что мы зелёные. Хилы, хилы, подойдите, блядь, вплотную к боссу, нахуй, киньте правосудие, блядь, мудрости на него, нахуй, и резайте себе ману. Лава идет с левой стороны. Кто в милизоне ближе к боссу, поджались, РДН назад. Правильно, сейчас дамаг нужен. Ну, у нас венки, тандерлины. А доктор отдавал тотем. С левой стороны лава идет. Опять те, кто в милизоне ближе в босса вжались, РТД назад. С правой стороны идет, ближе к боссу, либо дальше от босса, РДД. Вот, там тотем пошел от доктора. 2%. ГЦ сочилы. Поздравляю. На много у кого не было. Нужные перчики были. Кто? Да разруливай, разруливай. Вот у тебя разруливай. Не-не-не, мне похеру. Пусть ребята его надевают. Ну, забирают дракона. Пароль тебе, драк. Это не твинк? Это твинк. Давайте, давайте, может, лучше на мейнов будем отдавать. Скай, ты как, не против? Тагариус, я тебя люблю. Тагариус сразу же должен юзнуть. Кто сролил, тот... Кто сролил, по сути, тот забирает. Мне похеру, на самом деле. Хочешь Скай отдай, хочешь Тагариус. Мне без разницы. Это шляповый маунт. Он вообще не абсолютно никакой. Беспонтовый. А у него внешка беспонтовая. Там два токена, так что первым двум пару отдавать дается. В Warlike на офспек? Да, на офф. Хотел тут по мейн, по мейн спеку. Дисприст мейн. Black Dark main или на демона? Окей. Да, да, да. Там диспресс и блок. Бля, я даже не знаю, если честно. С одной стороны, они мне дадут больше силы, больше выносливости. С другой стороны, проебу сокет. Даже хуй его знает. Вора... Да, Юи, да, и он сокет собирает. Я в черепочке. Это нахила? Нахеренная, нахила, наверное, тренька. 200 СПД фулбой просто. Да. Я тоже за КП забрал бы. Ладно. А я думал, за КП я верну. Не пойму. Я бы вообще бы его на 25 забрал бы эту трени. Давай сюда.
Вот почему ты меня сюда рогой не поставил? Ну да. Ну так я не рога. Чё, в склеп летим? Так склеп не наш. А, не нашего? Так шо? Ну. Да. А в смысле, блять, плюс 2 нахуй? Может поставить порт? В смысле, блять, плюс 2 нахуй? Я чё, зря тут, блять, орелил нахуй? Каких 20? Ещё 40 ЕП нахуй. Да, давай, гони нахуй 40 ИП еще. Молодец. Пошли, будет напряжно, на самом деле, будет очень напряжно. А, Ликс, на рогу заходи. А че, тебе что ли у вас? В смысле, блядь, ты не пойдешь? Короче, понятно, опять сходили. Кек. Я вообще не понимаю смысл ИП, если я месяца за ИП шмотки не лутаю. Ну и за ИП шмотки не лутаю вообще никакие. Ну да, за систему ЕПГП. Ну, нет, если я хочу триню, допустим, взять, да, она мне приоритетная на 2 спека будет, почему бы ее на ГП ее не забрать за КП? Если у меня есть приват, в принципе. Почему бы нет? Просто, значит, на следующей неделе все сгорит, и все, я опять буду так же. Ну... Не знаю, пока не было ничего такого. Либо кто-то впереди был. Та же самая была, да, она уже 3 шмотки полутала, 226, она будет впереди меня на следующей неделе. Так, сколько у нас получается? 8 слотов. Это Гариус, там получается обновляется раз в неделю идет сброс ЕПГП. Ну, типа, что ЕП, типа, обнуляются, или, ЕП сгорают, что ли? Да, если не ходить, то загорит нахуй.